Здравствуйте, это наш любимый игрок Клондайк. Итак, нам пришло четверг, и к нам таки пришло обновление. У нас новая локация, мы отправляемся и смотрим, что нас там ждет. И сразу получаем плюс 60 энергии. Приятный бонус. И вот мы прилетели. Красивый островочек. Нас тут уже ждут. Привет! Ну, естественно, прежде чем что-то начать, мне придется пару раз сюда еще слетать и элементарно привести энергетики, потому что все, что я смогла привести, это совсем ни о чем. Ну и сразу начнем потом чистить. Что надо привести? Так, здесь пока ничего не видно. Полетела я за энергией. Итак, оцениваем ситуацию. Проценты. 25, 50, 75 уже дают изумруд и 100%. Тут у нас 6 изумрудов и неплохо, 2 по 250. Отлично. Ну что, дядька. Дядька с обменами еще очень рано. Ну, вперед, ставим комбо, побежали. Надо сразу освободить какой-нибудь большой камушек для компаньона. Есть. Это же большой камушек. У нас такие просто бывают и на 65, а бывают и более. Поэтому я тут интересуюсь, скажем так, чтобы не промазать. Так. А почем у нас тут 100? Тоже неплохо. Ставим. Пока мы ставим все такое, а потом будем смотреть. 35, 30. Сейчас немножко надо продвинуться для того, чтобы элементарно поставить помощь, а потом можно спокойно играть, как говорится, чтобы у компаньона помощь не сгорала. Так, все, две штуки стоит. Найти старую арку на локации. Ага, искать недалеко. Отлично. А у компаньона уже помог. И, кстати, еще даже не все привезла, что хотела. Я привезла только там 4000 яблок и все. Еще, как говорится, все впереди. Так, 45. И компаньону. У нас тут есть по 25, отлично. Ну, проход в принципе есть. Если у вас проблемы с выбиванием больших камней и проблемы с компаньоном, то по-любому пройти можно рядом по-маленькому. Так, камушку. У нас тут есть шаман, не как-нибудь. Прикольненько. О, это для компаньона. Это подарок. Это я выбью сама. Вот тут надо освободить. Срочно. Тут, по-моему, очень хороший камушек. Внушительный такой. Ой, умеете ж вы удивить, скажу я вам. Даже напугать. Так, 80. Хотя вот раньше вот такие угли у нас были такие по 40. Ой, по 65, вру. Теперь 80. Что-нибудь, да, поменялось. Есть. Так, поехали. Тут у нас. Земляника и листики надо найти. Ну, сейчас будем отправляться на поиски листиков. Вот вы знаете, вот я была в этот раз, честно скажу, невнимательна. Обычно всегда смотрю, насколько быстро у нас идет первый процент, чтобы понять, насколько легко чистится локация.
Ну, в этот раз я не обратила внимания, сейчас уже 6%. Хотя, в принципе, наверное, раз уже 6%, это говорит о том, что не так уж и долго, правда? Я тут буквально-то выбила всего до ничего, и уже 6%. В общем, кому куда, мне, скорее всего, надо возвращаться и убирать, привозить, вернее, мелкие энергетики еще, чтобы было чем чистить. Так, это у нас 45. Немножко пройти можем, как говорится. Да, тут в принципе, смотрите, эта локация рассчитана на то, что если уровень, ну, прям не сильно большой, то что-нибудь крупное вам можно, в принципе, обойти, а не идти напролом. Так тут у нас выбрать. Вот это что ли? Да. Ну, цветочечки мы уже добываем, это радует. Тут у нас еще большой камушек, который надо освободить. Он в плену. Ой, какие красивые ягодки у нас тут. И это ставим компаньоном. Отлично. Так, мы медленно и уверенно начинаем двигаться к цели. Пока по чуть-чуть листики появляются, но их очень мало. И пока есть только... Ой, их надо будет воды, наверное, привезти для того, чтобы потом эти листики восстанавливать и заново собирать, если что. Так, медленно и уверенно они собираются. Ну вот, конечно, с водой... О, помощь. Помощь — это хорошо. Так, теперь я должна брать еще чего-нибудь. На 45 дадите? Нет. Это что? Это 90? Такой маленький. Тю, я думала 45. Оказывается, не дождетесь. Знаете, вам на 40 тогда. О! У нас тут все работают. А красиво все сделано. И, между прочим, обратите внимание, я вот только открыла территорию, правильно? И уже вот, смотрите, сколько расчищать не надо. Оно уже расчищено. Ну, это говорит о том, что, в принципе, наверное, не так уж много энергии у нас уйдет на эту локацию. Не все так прям печально и много. Так, 80. Я понимаю, что мне нужно двигаться вдаль. Но вот очень интересно узнать, что здесь, в этом углу. Чтобы не было потом каких-то таких прям сюрпризов. Ну так вроде не видно, что там что-то крупное. Ну мало ли. Лучше подсмотреть. Опс. Слабо поевший. Это у нас 50. 50. Не, ну вы знаете, я привезла понемножку там. Плюс 5, плюс 10, плюс 15, плюс 20. Ну, для того, чтобы, как говорится, не везти обратно, основную массу я брала, конечно, яблоками. Решила, что если чего-то будет не хватать, ну, типа, всегда можно довести. И вот я еще нашла. С нее выпадает энергия. Поэтому я, как говорится, не сильно горю желанием открывать их раньше времени. Потом надо будет что-то убрать крупное, как раз вот открою и уберу. Потому что стабильно, обычно с такого выпадает энергия. Я решила, что мне не горит. Все равно 6 штук найду, все равно свои изумруды получу, как вариант. Поэтому будет как-то так. Тут интересно, в этот раз у нас, видите, идет заборчик, ограждено, но вдоль заборчика над стеночкой маленький сюрприз. Это, знаете, вдруг потом на последнем этом, когда заканчиваешь расчистку и начинаешь искать там последнюю травку, последний кустик там или еще чего-нибудь. Вот как раз вот для этого нам и поставили заборчик, чтобы нам было
типа веселее искать. Видите, мы идем медленно и уверенно вдоль заборчика. 40. Ну тут же не только мелкая, тут подряд идет потом деревца вроде как поболее. Не, ну камней больших они туда не поставят. Ну, по одной простой причине, большой камень туда просто не поместится. 40. 75. О. 90. Ну, почему-то не удивляет. 90. И, наверное, побегу помогать компаньону, чтобы не было перебора с помощью. А все, да? С этой стороны все. Теперь уже с другой стороны начинает. Ну, видите, вот частично я уже собрала листья, но вот ягод очень-очень мало, скажем так. А с листьями уже все. Так вот, 100 у нас, да, убрать. Ягоды пока не обнаружены. Это наш ритуальный костер. Добавить. И первая стадия готова. На вторую стадию вода, яйца. И вот мы собираем ягоды. Ну все, поехали чистить дальше. Что-то так. Остановились, скажем так. Упс, кто-то слабо ел. 30. 15. Это явно 60. Ага, 80. И 150, между прочим. 150 ставим компаньоном. Получается, на этом локации у нас идет то, что обычно по 60, по 65. Уже сразу говорят, не мелочимся, 80. И 90, да, и 90. Но я такой все равно на помощь ставить не буду, поэтому сразу можно смело убирать. Помощи, я так понимаю, хватит и без этого. Ну, цветочки попадаются и попадаются. Вот чем собирать, только одна почему-то пока мисс. Ай-яй-яй. Это у нас 35. 35, 40. О, цветочки. Я их нашла. Кстати, мне показалось, что в этот раз оно, знаете, вот... Да, 1,5 минуты. Долго собирает, потому что когда я еще этот нашла, когда мы поставили, но до сих пор еще собирает, собирает, и ему еще только половину собрал. Это долгая песня будет. В этот раз у нас не все так быстро и весело называется. Так, это у нас 50. 50. Ну, тут уже начался район больших камней. По 150, по 120. 80. Так. 40. Вот привозила все время много, потом везла обратно. В этот раз привезла скромно. И начинаю уже понимать, что крупного, возможно, еще и не хватит. Ну, ничего, ничего не хватит, того всегда можно довести, если что. Так, 40, 30. О, я нашла еще одну для добычи. Это радует. Только сейчас ее надо раскопать. 35. То как-то так, знаете, одной собирать неинтересно. Или это не настоящее? Чего-то я пока не поняла. 40, 80. Пытаемся раскопать, что ли. Опс, 140, 150, 90. А, это просто так. Бывает. Так, ставим помощь. Ставим помощь, ставим помощь. 140 и 150. Это что у нас? Тоже 150. Ну, тогда мы ее тоже ставим, если что. Вот, это тут прилично 150. Ладно, мы давайте тогда пойдем другим путем и немножко ее обойдем со всех сторон. Да, она даже отличается по внешнему виду. Она какая-то прям поломанная, скажем так. Отлично, так. Я так обрадовалась, думала, будем двумя штуками добывать.
Ну, пока мест ничего подобного. Ну, смотрите, мы немножко разрыли больших камней компаньону. Есть дело. Есть. Теперь делаем что? У нас есть эти 6 штук. Давайте смотрим, сколько с нее энергии выпадает. А вдруг уберем 150? Ну, было бы просто здорово. Где мы? Ага, идем. Энергия. И причем энергетик даже выпал на 25, 123 стало. Ну, немного, ну, их у нас несколько. Если что, так, убираем комбо. Тут у нас раз, два, легко. Это надо поднять. По-любому, ой, склад. Отлично. Так, 124, что-то я не поняла. Ладно, еще одна попытка. Вроде выпала энергия, куда она делась-то? 154, так, есть. 4. Раз, два, три, 4. Это 150. Говорит, ее надо убрать. Так, хватит. Комбо. Так, теперь уберем на 95. Вот так вот. Отличненько. Ой. Нет места, нет места. Это у нас 80. Уголек освобождаем, если что. Уголек не хочет освобождаться. 50 и 90. О, освободила. Отличненько. Ну, решила, что надо что-то еще убрать крупное самостоятельно, поэтому вывезла, вышло 118. Ну, маловато будет. Будем вывозить еще чего-нибудь. Уголь пока не трогаю. Уголь можно и потом. Но это прям уже, если, как говорится, ведь не хватать. Да, я понимаю, что это у нас не одноклассники, что это ВК, и тут у меня не так много угля само по себе. Ну, смотрим, смотрим, что выйдет. У нас еще в этом краю вывозить. Я пока вывожу, но так особо не привожу. Хотя вот надо привести, наверное, все-таки немножко плюс 50. Потому что как-то их совсем мало. 46% расчистки. Ну просто, знаете, прям на ура прошло. Я вот даже самое интересное, что в этот раз я почитала чуть-чуть в этот, что надо привести. Но вот я была невнимательна, я не прочла, есть ли переход куда-то. Хотя надо было почитать, наверное. Или ладно, сюрприз будет. Так, 149, это же просто нечестно. Один удар. Так, нет, никуда не едет. Мы берем с собой вот так, 10 штук. И вот так парочку. И, наверное, пока здесь больше ничего. Потому что так хорошо пошло. Ну, чтобы просто не везти обратно, если что, потом довезу, называется. 149, я тут могу убрать, в принципе, один стоп. Выгрузить. Что у нас тут? 146.
Да ну, я уголь хочу. Реально хочу уголь. Ладно. Переиграю. Что у нас тут есть вывозить, в принципе. Чтобы налегке не ехать, что-нибудь заберу. Вот еще 33. Если что, где-нибудь всегда можно чего-нибудь от... О, 56. А тут есть чем заняться. Уголь не трогаем. Уголь – это стратегический запас. 13. Вывозим. Все, есть. Хватает. Возвращайся и убирай. 165. 15 лишнего. Пока он там убирает, можно просто что-нибудь пособирать. Не, ну это не серьезно, 2 минуты, 1,5 минуты ждать, и пока мисс только одна. Что-то мне кажется, у меня опять подвисло. Это не, очень неудобно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, она по кругу гуляет. Очень интересно. Сюда иди. А вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Все, есть. Сорок. Сорок. Есть. Все. Теперь можем двигаться дальше. 27. Знаете, вот не пропустить бы такой светлый момент, когда там закончится. Еще 12 штук. По идее, нам еще цветочки эти нужны. Ну вот, типа как я их ищу, наверное, невнимательно. Ну что-то я их немного пока нашла. Так, давайте посмотрим. Вообще, в принципе, заданий много на этом острове. Ну да. Тридцать пять. А можно? Нельзя. Типа сюда не пускает. А, вот я цветочки нашла. Вернее, ягодки. Ягодки обнаружены, скажем так. Сейчас насобираем. Да я уже начала сомневаться в успехе предприятия, скажем так. О, 50%. Так, 55, 30. О, я нашла, чего поставить. Вот. Раз. А мне тут уже приходили, помогали. Ой. Хотя уже понятно, вот это переход на второй остров. По-любому. Так, компаньону я выбила. Просто у меня он еще пока не активирован. Пока не дошли. Цветочечков не хватает. Вернее, не цветочечков, ягодок. Так. В общем, я пошла искать ягодки. Медленно и уверенно.
Тут вот 165, но до него еще пока нет доступа. О! Нашла 140. Так что напрасненько я не привозила много энергии. Можно было смело вести. Что не потратим на первом острове, правильно, останется нам на второй. Это 90. Это я как-то в этот раз, даже сказать можно, поскромничала. Чересчур. Так, эта ёслочка у нас 50. Есть. О, ягодки. Они от меня спрятались. Ну что, все? Сколько ягодок? Ой, осталось совсем чуть-чуть, один кустик найти. Ягодки будут все. Вопрос, где он от меня прячется, остается открытым. Это у нас 45. Еще скромненько, скажу я вам. Это значит тоже 45. Я его тоже уберу, что он будет там стоять-то. Видимость создавать. Я так думаю, что ягодки где-то здесь, конечно. Но это таки не точно. Уже раз так хорошо убирается. 54%. Вот интересно, вторая локация какая будет. Такая же быстрая или не дождетесь? Знаете, начала сомневаться, искать по разным углам. Не поверите, где нашла. А думала, что где-то здесь, а вот они. Вот они, наши ягодки. Вот они, где прятались. Ну что, мы строили-строили и, наконец, построили. Ура! И теперь у нас сейчас, наверное, откроется проходик, да? Нет? Вздыхай. Вздыхаю! Так, дым. Ой. Ну ладно. Открылся проход, волшебный портал. Портал ведет нас, врата. И задание у нас теперь шагнуть врата. Ух, ничего, а что за это будет? Ясно, 20. Ну, мы шагнули врата и попали совсем на другую локацию. Ну и это будет совсем другая история. Второе видео. И на этом все. До новых встреч.